Ну вот мы сейчас решили позавтракать на нашем балкончике, который вот у нас есть вот в этом апартаменте. Получается, как вот напротив тоже здесь отели. Посмотрите, какие бочки у них там. Вода очень горячая, это так нагревается вода, что мы сейчас искупались, вот пришли с моря, искупались, и горячая прямо вода. Дома, конечно, близко друг к другу, прямо вот они расположены, узкая улица. Вот. На заднем плане там у нас уже море. Море рядом получается, нам вот его видно. То есть, когда мы вот заказывали, указывали в букинге, да, мы именно указали, чтобы вид был на море. И вот они исполнили все это на самом деле. Вот купили вот такое вот вино в Duty Free. Вот вчера. Это мы взяли не в Ларнаке, а когда вылетали с Домодедово. Стоит оно... С Москвы, да. Стоит оно 12 евро. Ой, ну какое оно вкусное. Конечно, да, она наливка вишневая. И у нее привкус этих вот как миндальные косточки. Мы, конечно, не злоупотребляем никогда. Мы без вредных привычек с мужем. Но иногда вот такое вот мы себе можем позволить. Вот, ну сейчас, да, при таких обстоятельствах, когда все-таки ты находишься на отдыхе, да. Само собой, почему бы не выйти на балкон, не посидеть как положено. Да, так мы, да, конечно, люди, да, не пьющие. Ну вот завтра, допустим, на балконе, да. Вот скромный тут завтрак. У нас это... питания, по сути-то, нет, вообще мы взяли-то без питания себе, так сказать. А... Вот скромный завтрак. Да, мы это вот, можно сказать, привезли с собой, потому что на первое время. Сейчас мы пойдем закупать продукты. Это все, что у нас осталось. Это вот и вафли здесь чуть-чуть, и вот сыр. И вот вино. Вот мы вчера чуть-чуть попробовали вино. Ну, давай. Давай. За наш отдых на Кипре. За отдых. На Кипр... За начало удачного, да, отдыха. На Кипр мы прилетели впервые. 6 раз были мы в Турции. Турция нам уже надоела настолько, что вообще цены там подорожали. Там дорого все. Там и проживание, и вот эти отели, все пакетные туры. В общем, обходится очень дорого. Поэтому... Всем, наверное, я сейчас уже нашим рекомендую, что лучше, и здесь потише как-то, поспокойнее, лучше намного. Ну, четвертый этаж у нас. Нет, вообще сам город. И город, мне кажется, вообще. В городе поспокойнее, потише, хорошо. Ну, да. Ну ладно, всем добра желаем. Пусть у всех также сбудутся мечты побывать. У всех всем доброго утра. Да, и пусть сбудутся мечты побывать когда-нибудь, слетать на Кипр. Это, конечно, этого стоит. Все, пока. Да, пока.